Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Метро 2033. Конечно же, перед тем, как я начну дальше играть, друзья, всем приятнейшего аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, и хотел бы я обсудить еще одну деталь. Перед тем, как я нажму кнопочку «Продолжить» и, в общем-то, буду, так скажем, наводить порядок в библиотеке. Дело в том, что оказывается, очень хорошо, просто на самом деле, вот что я скажу, очень хорошо, что я записываю эту серию не сразу после того, как записал предыдущую, не выложил ее, потому что я не то чтобы пропустил, а, как я выяснил из комментариев, у меня не сработал диалог с Мельником, где тот мне объяснил, как мне поступать с Геной, то бишь библиотекарем. Оказывается, по нему не надо стрелять, ему главное смотреть в глаза, не пугаться, если чего, если он там быкует, отступать от него. В общем, об этом Мельник в одном из диалогов говорил, но этого диалога у меня почему-то не было. Вот теперь мы продолжаем. Друзья, огромное вам спасибо за ваши комментарии. Я не знаю, как, что я было бы, если бы... Наедине с ужасом. Если бы я реально проходил бы сейчас, вот, то тогда вот сразу бы... Прямо в глаза. В прямом смысле. Да, слова. Вот действительно намек, кстати, дается, что взглянуть прямо в глаза. Ну что, короче, глава называется Гена. В общем, давайте посмотрим, что же это такое за чутик и как с ним бороться, в общем-то. Значит, я так понимаю, вот там вот... Ага, короче, Гена ждет меня. Так, не смотреть ему в глаза... Точнее, не смотреть никуда, кроме как ему в глаза, да? А если я... Понял. Так, он съебался. Пока что он съебался. Это хорошо, наверное, все-таки. Так. Давайте посмотрим. Я надеюсь, здесь есть картриджи, потому что если здесь нет... О, аптечка, нормально. Мне... Тихо. Гена. Я смотрю на тебя. Все нормально. Генчик, давай договоримся. Давай. Я ничего. Я просто отступаю. Не отворачиваюсь. Так, хорошо. Куда идти? Давайте посмотрим сразу. Идти туда. Так, я вроде бы тут ничего там не упустил, надеюсь. Гена... Ты не топчись там, Ген, все нормально, все в порядке. Я ничего, я добрый, я хороший, я этот самый, я... Ага. А... Блять, Гена. Гена, все в порядке, Гена, все хорошо, все нормально. Еще один Гена! Ген, давай не будем, а? Ген. Ну все, ну я смотрю тебе в глаза, ничего не... Бля, мне точно хватит таким образом этих всяких фильтров? Тихо. Я мирный, чувачок. Я мирный. Я понимаю, что в тебя стрелять бесполезно. Бля, я представляю, какой пиздец был бы, если бы... Ген, давай договоримся. Ген, там дверь. Гена. Может не... А там другой Гена. Блядь, Ген. Ген, давай все. Тихо. В пизду. Так. Ля-ля-ля-ля. Бля, Ген. Ген, хорош хуйней заниматься, Ген. Блять, ну ничего страшного, ну это самое. Ну взяла я твою машину покататься. Ген, давай не будем. А что ты опять нажрался на своей работе? Так. Пока... Мне такое ощущение, что пока складывается все настолько хорошо, что я, честно говоря, даже в ахуе. А может быть и нет. Я просто не знаю, сколько... Бля, Гена, ёбаный, блядь, опять наши... Два Гены. Да меняй картридж. Ой-ой. О, вот это хорошо он сделал, правильно. Вот это мне понравилось. Вот это хороший ход. Так, а тут Гену захуярили уже. Бля, сколько Ген здесь, а? Все подобрал. Так, нормально, 13 минут. Что-то как-то мало у меня фильтров. Я бы хотел побольше их найти. Так, ну такое ощущение, что дверь, если ломать ножом, то... Так, сейчас опять Гена выскочит, наверное, да? Блять, сколько Ген здесь, пиздец! Так. Ой, блять! А кто там был? А чекпоинт где? Я снова был наедине. А где чекпоинт? Подожди. Блять, Гену опять обходить! Ой, пиздец. Так, подождите, а если я... Короче, да, как только я ему не смотрю в глаза, а я могу вот, давайте я сейчас проверю сам полностью. Блять, если вообще не двигаться, это пиздец. Ну, в смысле, я должен вообще не двигаться, по идее, потому что, видите, если он на меня идет, я просто должен тихонечко отступать. Если я буду быстро передвигаться, то, соответственно, он, видите, тоже... Ген, отъебись! Я стрелять по тебе... Гена, сука! Бля, Гена вообще охуел. Короче, ребят, это прям сейчас это, я знаете, я что-то немножко в ахуе от того, что мне не дали этот самый сейф.
То есть я, короче, должен просто сейчас реально терпеть сона. Сона? Что? Что такое сона? Это на каком языке я сейчас сказал? Короче, заново я должен терпеть, потому что... Главное потихонечку. Он сейчас съебется, я возьму нужное мне и съебусь. Вообще можно... Ген, ну хорош, ну блять, ну... Я тебе борща сварю, ну чё ты на меня агришься, а? Блять. Да я понял, что ты главный здесь. Бля, жалко, что в него стрелять бесполезно. Все? Уходи, пожалуйста, уходи. Блять, я так хочу подобрать, там аптечка, да? А если я забью хуй на нее? Так, а когда он не смотрит, соответственно, я... Все, Гена съебался. Похуй. Блять. Сука. Да Гена, ну за хорош, блять, Ген. Блять. Двигай свою хуйню. Так, о, сохранение прошло. Спасибо игре, что она поняла, что я слишком туп, чтобы не давать мне здесь не сохраняться. Так, а где я Гену-то встретил тут? Я так и не понял. Так, вот здесь Гена вышел. Там, видимо, еще один Гена. Их что, здесь двое? Все, я тихо, я тихонько. Ну, мы оба с тобой милые, смотри. Я милый, ты милый. Ты милый, я милый. Мы оба хорошие. И нам нужно свои дела делать просто-напросто. Что ты рычишь на меня? Ну, я ничего плохого же тебе не делал. Съебись в свою пещеру обратно, а? Бля... Ну просто уйди, а? Ну по-мирному, реально. Все, улетай. Улетай наверх. Хватит мне свое превосходство. Над собой, надо мной. Так, он съебался. А кто меня здесь захуярил? Я так и не понял, если честно. Бля, я боюсь, что мне фильтров может не хватить. Блять. Сука, он где-то сверху. Пиздец, стрёмная хуйня. Какая-то хуйня забагованная. Так, ладно, давай ломай. Ломай, блядь. Да ломай уже эту дверь ебучую. Так, а Гена в сортире есть? Блядь, я думал там Гена. А, блядь, ёбаный Гена, сука! Блядь, мне кажется ли против него бесполезно как бы это самое сопротивляться и как-то... Блядь, повезло. Зашел в сортир, заебись. Немножечко огреб. А, он здесь, я понял. Так, подожди. Я должен посмотреть, что у нас тут есть. Какая-нибудь книга валяется в толчке. О, нормально. Так, сюда Гена не зайдет, я думаю, да? Фух, так, ладно, хорошо. Главное эти картриджи ебучие собирать, потому что... Так, здесь закрыто. Сейчас выйдет, да, наверное? Пиздец, как стрёмно на самом деле. Реально жуткая хуйня. Так, он наверх улетел. Я за ним, да, должен? Естественно, блядь! Куда же мне еще? Книги никакой здесь нет? Никакой... Блядь. То самое ощущение, когда стрелять уже как бы особо-то и не надо, да? Я так понимаю. Блядь. Хуй знает. Я просто чекаю, все. Так, давайте посмотрим, куда нам идти вообще надо. Нам идти налево, значит, направо. Так, сохранение прошло. Все, могу не стыковать. Нам налево, значит, надо посмотреть, что справа. Ага, здесь дырка, там нихуя, да? Все, понял. А что там, реально точно ничего нет? Странно. Зачем такой коридорчик делать? Ладно, все, не трачу фильтры, а то я реально сыкую больше всего за это, что у меня закончится, и я не знаю, что делать. Так. Идет, да? Я смотрю на тебя. Все хорошо. Искра, буря, безумие, все дела. Все, давай, пожалуйста, ну съебись вниз. Там снизу вообще заебись. Там, блин, комфортная температура, кондиционер работает. Ну не рычи на меня, пожалуйста, а. Ну, блядь, он еще атакует меня, реально. Ну, все, съебись, пожалуйста, съебись. Что ты топчешься? Все, хорош. Вот, нашли общий язык, видите, с этим даже чудовищем. Отлично. Так, все, можно не смотреть на него. Тут нихуя вроде нет. Так, все, он съебался окончательно, или он может вернуться? Он съебался. Книга? Ага, хуига, блядь. Нет, тут никакой записочки нет. Главное не ебануться вниз. Блять, он где-то снизу, что ли, ходит? Понял. Ген, я смотрю. Я держу тебя на прицеле. Ну, не то, чтобы выстрелить, просто смотрю тебе глаза в глаза, так сказать. А тут яма. Там еще один сзади меня, или мне кажется? А, там этот пиздокрыл летает.
О, Генчик, хорош ты мой! Блять. Тихо. Не буянь, блядь, не буянь. Просто не буянь. Я съебался. Так, а может сохранить... А, блядь, сука! Я ж выстрелил, Ген, я не специально! Я так больше не буду, Ген. Блядь, как... Ёбана рот. А слева нет Гены? А я не могу отвлечься. Все. Я здесь проходом. Я не собираюсь тебя беспокоить. На самом деле я сейчас... Там слева кто-то ходит. Такое ощущение, что близко. Не рычи на меня. Не, ну не должно же быть такой подставы, что будет два Гены. Все. Блять, Аня, фильтр надо поменять. Ген, я задыхаюсь. Ген, прости. Блять. Сука, стрёмная хуйня, реально, пиздец. Сохранение бы. Так, съебался. Не знаю, что тут. Нихуя нет. Я захожу сюда. Не выползет Гена. Так, он снизу. Тут нихуя нет. Дырки лучше, к дыркам лучше не подходить. Ай. Кто? Чешется нос. Он там, походу. Блять! Гена, ты что, блядь, кухню сломал нашу? Пиздец. Все, тут обрыв. Понял. Понял, принял, все. Обработал информацию. А я, если что, не вижу, что сзади меня, поэтому... Все, порычал. Перегаром несет тебя, конечно, Ген. Пиздец. Ну зачем ты так? Все, хорош. О, что-то нашел. Не спиздил, кстати, а нашел, между прочим. Так, я так понимаю... Ёбана! Беги, бля! Блять, это не я, он сам! Там... Бля... Это у них уже такие какие-то... Это, походу, жена уже пришла домой, да? Блять... А, Гена! А ты за меня или за кого? Они тут за... Бля... Ёбана! Гену прихуярило. Так, ладно. Сохранение, может, нет? Не, похуй игре вообще. Игре похую вообще, а вот теперь не похую. Так, я надеюсь, что он здесь один. Так, я лучше не буду реально ходить, он так быстрее исчезает, если я жду, пока он ко мне подойдет, порычит. Да, посмотрит на меня. Красавчик, красавчик. Свежее дыхание, так сказать. Все, я немножечко отойду, чтобы он на меня тут это самое... Я пилюлю, пожалуй, да, вколю себе, а то как-то больно. Все, он мимо. Ушел, красавчик. Красавчик! Так, идем дальше. Так, подожди, что там у нас получается по планам-то? Пусть забыли найти военный комплекс, библиотека найти... Секреченные архивы, искать документы. Документы, блядь, ебучие. Да я пока их не видел, этих документов. Так, здесь ничего нет? Сейчас опять Гена появится, но я лучше посмотрю внимательно. Вроде нормально здесь все. Так, дверь. Открываем. Без сюрпризов, надеюсь? Воу. Ебать. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Ну такое, бля! У меня такое ощущение, что реально... Так, а тут, я так понимаю, дальше будут приключения. Ну, естественно, никуда он не денется. Гена-то. Так. Ага. Ага. Я чувствую, здесь будет весело, блядь. Все в порядке, все нормально. Все... А это какой-то уже темный Гена. Он такой же, да? Тоже не надо его трогать, да? Все, наверх. Up, up, go up, монстр, монстр, go up. Не рычи, пожалуйста, и так страшно, ну пиздец, ну что ты рычишь? Ну что ты рычишь, не подходи ко мне. Я чуть-чуть назад отойду и все, чики-пуки. Наверх, наверх, ну куда ты идешь? Ну куда ты идешь? Куда ты идешь? Ага. Все, по своим делам пошел. Так.
Фух, блядь, я думал, он на меня сейчас прыгнет. Так, что у нас тут? Ля-ля-ля-ля. Кто они, библиотекари? Мы придумали для этих тварей забавное... Кстати, книга Кролинича не нашел, а книгу. Забавное прозвище, для этих тварей забавное прозвище, потому что неназванные они были слишком кошмарные. Одно точно, это не звери. Понятия не имею, из какой глины их слепила радиация, но библиотекари чересчур умны для обычных мутировавших животных. Я вижу в их глазах проблески разума. А что видят в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть этим чудовищем в глаза, между тобой и ними происходит что-то. И они оставляют тебе жизнь. Хотя и могут раздавить опытного и хорошего вооруженного бойца, как клопа. Может быть, потому что, глядя в глаза людям, они вспоминают через силу, как и сами когда-то были людьми. Охуеть. Вот это мысль, блядь. Еще один, сука, Гена пришел. Бля, ебать, он передвигает. Тихо. Я книжку взял почитать. Ну ты же библиотекарь. Я верну! Тамара Ивановна, верну, блядь, к среде книгу. Ну ёба народ, ну что ты кричишь? Ну к среде, все, да, к среде. Все нормально, почитаю и верну. Все, нормально, спасибо. Так, тут что-то лежит, блядь. У меня, блядь, все полный комплект тут и так, а у меня тут... Мне фильтры нужны, вот что мне нужно, главное. Так, он съебался, отлично. Идем дальше. Здесь какой-то пин-код нужен, блядь. Здесь, наверное, закрыто все туалеты, да? Да, туалеты закрыты. Паутина замедляет бег. Но... Хоп, блядь! Блядь, сука! Хотел за мной прыгнуть, тварь. Маленькая, большая. Хоп! Блять, хуя она там рушится! Отлично. Блять. Ёбаный рот! Я упал! Я умер? Мне пизда? Или так должно было быть? Так должно было быть, судя по всему. Нормально ебануло меня. Тихо-тихо-тихо, да сплыви ты, блять, что ты купаться любишь, что ли, в водорослях? Давай, сплывай! Артём! Хуйня не занимайся! Нас впереди дела ждут. Так, нам сюда. Сохранение бы. Сохранение бы, конечно, на... Это отвлекающий маневр был не очень хороший, я не должен отвлекаться. А, он сюда не пройдет, он сюда не пройдет. Ну что ты вылупился, а? Ну что ты вылупился? Ну, разум, разум! Р-А-З-У-М! Все, 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 не рычи. Бля. О, хорош. И ушел. Правильно. Я на тебя не смотрю, ты на меня не смотришь, нам обоим хорошо. А что, нам вниз, что ли? Тут спит, блядь, кто-то. Ой, бля! Ты ж спал, блядь! Все. Ты тоже, пожалуйста, куда-нибудь уйди, а? Уйди куда-нибудь, пожалуйста. Не, кстати, на самом деле, мне кажется, вариант от них убегать, но это не точно. Но этого я делать не хочу, потому что иначе я тогда... Так, все, он съебался. Куда идти-то, блядь? Вниз налево, да, я так понимаю? А, туда, блядь. Хуйня идея! Так он идет туда спать, короче, да? Я понял, это он же, да? То есть он спрыгивает туда, я должен как-то, пока он дремлет, как-то пройти. Может пробежать реально? Попробовать хотя бы. Сохранение-то было или нет, я забыл. Давай. Я уже представляю, что было бы, если бы я это самое... Блин, а как я сам-то проходил? Я же проходил когда-то в метро. Так, все, он съебался. Блять, застрял. Я хуй знает. Если хочешь бежать, беги! Тут какой-то клад, блядь, которому я не могу пройти почему-то. Так, куда? Давайте посмотрим. Не, он сюда не заберется, я думаю. Он где-то, сука, рядом здесь бродит, но... Тихо. Вот ту дырку, что ли, мне надо? Блядь, он что-то там вообще бесится люто, конечно. Так, подожди. А что делать-то? Как... Блять. Хуя себе тайничок нашел. А! Съебался от меня, блять, ты! Тихо. Куда идти-то? Не, он сюда не может подняться, это уже хорошо. Сюда? Что, блять? В ту сторону? А, блять, нихуя себе! Я бы даже не нашел. Это я, получается, не фартануло, пацаны. Я как-то пробежал все это дело. Охренеть можно. Так, а тут есть что-нибудь типа тайничка какого-нибудь? Блять.
Какова вероятность, что там что-то полезное? Ну, такое, блядь. Я думаю, бабки мне особо уже не понадобятся, конечно, но... Так, все, он меня не тронет. Он меня не тронет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. По-моему, мне сейчас реально фартануло как-то пробежать. Блядь, кто нахуй? Ебать, резиновый сапог так отлетает? Ага, блядь, я так и знал! Хорроры ебучие. Все, блядь, по таймингу, нахуй. Ой, что-то тут, походу, сейчас меня ждет очередной пиздец, да? Сохранение прошло. Так, какой-то свет там. Ага. Блядь, надо думать сейчас, как пройти. Так, где они? Снизу, да, получается? Ну ладно, похуй. Так. Аккуратно. Подожди, там что? Все, 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 Гена, я свой! Грибочков покушай, там вонючих вон перед тобой лежат. Блять, таймер тикает. Нахуй я здесь? Да-да-да-да, а как там наверх-то подняться? Я пока не вижу варианта. Сейчас задыхаться начну уже. Нужен картридж. Все, Ген, уходи. Не кричи. Там слева, скорее всего, есть что-то. Я хочу туда пробежать сначала, а мне, походу, туда надо. Не кричи. Я смотрю тебе прямо в глаза. Я не злой, я не агрюсь, ничего, все хорошо. О, видишь, я же тебе сказал сразу. Все нормально, блядь. Так, да, мне прямо. Так. Что тут? Хуяся. Ой, здрасте. Извиняюсь за беспокойство. Ген. Я прошу прощения, реально, но это самое, неловко получилось, конечно. Я не собирался вас будить. Там справа кто-то рычит. Я там пришел от соседа вашего, он... блять, он прям там, я не могу отвернуться. Ген, ну уходи, уходи, я испугался. Все, а, страшно! Ай, страшно! Ну иди только, не надо ко мне подходить, пожалуйста. Блять, я задыхаюсь. Пиздец, все на одно навалилось. Ладно, пока подрочу фонарик. Блять. Да меняй картридж, быстрей! Ага. За что? Гена, блядь! Ну что я этот хуйну кру... Гена, Гена, блядь, а? Предатель, сука. Ай, блядь, пизду. Доверять генам, блядь, себе дороже. Так, ладно, короче, я сделаю все красиво. Не та кнопка. Сделаю все красиво, короче, похуй на гену. Опа, блядь. Как вот мне его сейчас это самое задобрить? Там очень близко, справа Гена ходит другой. А этот хочет ко мне пройти. А убежать от него я не смогу. Наверное. Я, конечно, не пробовал еще. Он меня зажал прям к стеночке, нормально так. Да все, 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 все. Спасибо, Ген. Есть все-таки еще хорошие гены. Сейчас такой Гена в комментариях, просто чувак с ником Гена, я не понял. Неловко получилось, Гена! Бля! Я, по-моему, вообще сейчас шел к этому самому, да? Это вообще мне не туда мне надо было идти. Так, подождите, еще раз посмотрим. Мне идти туда, да. Это просто был тайник, который я так прочекал, просто как бы это самое, к слову. Можно сейчас попробую реально это сделать? Мне просто реально интересно. Что будет, если убежать от Гены? О, он съебался сам куда-то. А куда дальше-то? Точно туда? Так я здесь подняться не могу никуда. Ген, не трогай меня, пожалуйста, блять! Так, подождите, куда идти-то надо? Не кричи. Не кричи. Наебал. Я извиняюсь за беспокойство. Извиняюсь, конечно, очень сильно за беспокойство. Просто пизды дал мне и все. Так, ладно, короче, я понял. Я, короче, в любом случае должен туда, да, бежать? Давайте я заряжу сразу фонарик. Не получается у меня никак. То есть я должен все равно как-то попасть. Я нихуя не вижу, реально. Как я там должен попасть? По трубам? Нет. Вот смотрите, если отсюда смотреть. Ну вот как?
там наверх не забраться. То есть все-таки я должен идти через того гену? Нихуя не понимаю, блядь. Вот так прикол, блядь. О таком я и не подумал. Тихо. Ну тихо, ну я нихуя... А чё он такой недовольный? Я его в ебло прям смотрел. Подождите, у меня есть предположение, что нужно сделать именно так. Сейчас, подождите, сейчас вообще попробую просто, блядь. Спидран тест. Ну-ка. Хуй знает, что из этого выйдет. Но попытка, так сказать, не пытка. Ёбаный рот! Ебать! Ёбана! Он сюда не... И чё? А, понял. Хуясе! Вот это я покемон натуре! Ебать, я пробежал! Чисто на фортуну, реально, сейчас. А, в принципе, по-другому-то и никак. Мне всё равно с ними не перестреляться. Так, упал дальше. А вот сейчас будет весело, походу. Гена проснулся. Гена идет ко мне. Отступать еще есть куда. Это радует. Не храпи. Ну что ты опять хочешь от меня? Ну я ничего не делаю, блин. Что? Ой, тихо-тихо, отступаю. Ну что ты кричишь-то, а? Ну развернись и уйди. Да понял я, что ты главный здесь. Все. Кинг-Конг, давай, пиздуй. Такой, типа, и чё, бля, и пошел. Так, все, сейчас съебется. Фу. Главное, чтобы мне хватило картриджей этих. Так, что тут лежит? Не, хуйня какая-то. Это было изи. Это было изи, а вот сейчас... Комнатка какая-то, блядь. Бля, что тут в комнатке? Ай, блядь, еще и ключи от сейфа? Серьезно, нахуй? Ну что такое? Да что ты психуешь-то? Что ты быкуешь, блядь? Блядь, хули ты через телевизор ходишь? Да заебал ты, Гена, блядь! Гена, съебался, нахуй! Где ключ, лучше скажи, блядь, от сейфа? Да заебал, блядь, достаю я на месте, все! Да хули он делает-то, блядь, беспредел, нахуй, я по твоим правилам играю, блядь. Обезьяна ебаная. Вот сука, а, я не туда пошел. Бля, куда идти-то, я уже запутался, вниз же. Правильно? Правильно. Подожди, опять от хуйню проходить? Серьезно, Ген? Ой, Гена, блядь, ой, Гена, ой, Гена. Что там сверху подсвечивается, или мне кажется уже? Все, иди. Иди, 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 иди. Иди по своим делам. Так, отлично. Он съебался. Это я пробегаю. Фонарик опять разряжен, блядь, почему? Так, сейчас попробуем. Что ты пришел ко мне? Давай, уходи уже, я хочу полутать тут. Надо ключ найти от сейфа ебучего. Я где-то его упустил. Вряд ли он будет спереди, опять не найду сейчас. А мне было бы неплохо его найти, кстати. Все, я понял, что ты тут главный. Мы уже поняли все. Мы все поняли. Да, давай, иди. Сейчас как стрельну. В спину, блядь. Но этого делать я не буду. Все, отлично, ушел. Так, ключа там точно не было, я бы его увидел. Блять. А чё, что он там, по-моему, вылез, а я... Блять, я немножко сейчас, наверное... Ебать. Архив. Ну заебись. 887, смотри. Ага. Всё, с первого раза, блять. Ага, прикольно, блять. Так, хорошо. 887. А, тут цифры, это, понял. Ну, 87 тогда. Блять, ну это можно без конца делать. Да. Ну это пизда вообще. Мне кажется, сейчас Гена придет. Это будет очень обидно, на самом деле, пока он тут
ищет. О, вот этот вот сверху посмотри. О, D6, блядь. Ну сразу бы, что, непонятно, что ли, написано было. Совершенно секретно, ебать. Нормально. Все. А вот обратно. Как идти? Сейчас Гена. Блядь. Бля. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Че, походу пиздец меня ждет, да? Ну это не точно. Друзья, ну что? Не знаю пока, будет ли это концовка в следующей серии, но мне кажется, что на самом деле еще следующая серия, еще одна, но это не точно тоже. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если вам нравится мое прохождение метро на моем канале, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.